Гусев и мяч у Дельты сейчас очень важно. 20 секунд, и надо просто держать. Ух ты! Михаил Чурляев. Давненько мы не видели красивых голов таких вот после передач, после ударов боковыми ножницами, не без секрета, но Чурляев сейчас нас порадовал. Ну что ж, в этом матче все понятно. Дельта все-таки удержал победу, еще даже ее смогла упрочить.